Здорово. Значит, смотри, сегодня мы будем играть в формилочку. Вот можно вот прям со старту все те, кто очень-очень просили формилочку, залепить лайкусик под это видео, чтобы не забыть на потом. А если что, мы играем в кастомку «Убей босса и выиграй». Та самая легендарная, которая недавно 7.35 обновилась. Вот, будем играть на Муэрте. Я, честно говоря, по ней уже особо ничего не помню. Но я надеюсь, что будет довольно весело и интересно, потому что это как минимум формилочка, еще и пвпшная. Так что все усаживайтесь поудобнее, друзья, и приятного просмотра. Если каким-то образом сюда залетели случайно, то я вам напоминаю, что было бы неплохо подписаться на канал. Давайте пассивочку, она тут прожимная. Интересно. А ее изменили в последнем патче. Она переключаемая теперь. И что, переключение дает? Ну не работает, чтобы линию не пушить. И добавили это. А, то есть если включаешь, она работает. Когда включена, при каждой атаке... А, наоборот, ее надо включить. Да. А что тут происходит? Почему тут люди елку бьют? А это деньги за нее дают. Ладно. Ее поначалу типа выгодно бить. Ладно, эгоист. Сварк получает стаки, не получает. На сварке аккуратно там. Временно. Хватится. Давайте вот так сделаем. О, да, определенно стоило нам. Так, наверное, надо будет какие-нибудь молнии собрать сразу. Блин, правда, вообще ничего по этой кастовке не помню. Тоже вообще, не знаю, прям как в тумане все. Да и карта другая. Это как в том меме, Гэндальф, я был там. Это было словно 1000 лет назад, да? Угу. Ого, так. не, медведи не надо. Медведи сильные. Я передумал. Это же нормально, не помню, где кемпы какие находятся. А там же флажочки стоят. Такое. Вот ну, это удобненько. Вот. Я помню, что этот черепок надо покупать обязательно. Ну это я сделал. Зима за окном, снег идет, а новогоднее настроение куда-то пропало. Не позволяй себе унывать, ведь в зимнем приключении на Dota Loot можно получить и дорогих шмоток в виде подарков, и хорошо провести время на любимом сайте. Но чем вам не Новый год? Вот и я сделал выводы, закинул уже не такие хайповые предметы в апгрейды, и вы просто сравните разницу. А если у тебя вообще пустой инвентарь, что очень грустно, то можешь получить шмотки, нажав на парочку заклинаний в особой линейке сундуков. Ну либо самый халявный способ перейти в зимнее приключение, где каждые 15 уровней ты получаешь аркану. А когда пройдешь полностью, залутаешь кейс за 55 тысяч рублей. С него, кстати, ты 100% заберешь топовый лут, ведь в этом кейсе только все самое дорогое. И это не говоря про очки топа игроков, где можно спокойно забрать еще больше бесплатных предметов, причем хоть ежедневно. Две награды за первые задания тебя уже ждут в ссылке под видео. Не забудь мой промокод, который даст тебе немаленький бонус к пополнению. Нужно торопиться, пока это приключение не закончилось. Парочку этих взять. Без них мы никак. И давайте все-таки молнии соберем. Подожди, оно так не достанет? О, достает. Прикольно. Можно сразу несколько кемпов фармить. Так, дожидаемся. Да, разгоны тут, как обычно, очень долгие. Но на перспективу будут нормальные замесы. Я надеюсь, что те, кто против нас играет, точно так же не особо осведомлены о данном режиме на данный момент. Как собрать бабочку? Офигеть. Ой, не туда. Как тебе играть в это? Тоже с просто выходишь на спот, а там пуч выходит и убивает тебя. Ну, а больше ты не знаешь, где. Кто-то помнит геймплей. А тут есть вардики? Дангерх играет. Так поставьте варды, просто они главки есть. Я нормально тут в уголочке себя чувствую, в принципе. Проблема не в этом. Угу. В том, что там проблема в том, что я один кемп знаю, где находится. Все.
Да, здесь, кстати, довольно выгодно ходить пушить людей. Тут сало, тут пуш. Помогите. Я баунти собираю. Денежки. Я вижу пуджа. Мне по кайфу. Такая себе идея. Хорошо устроился. С молниями определенно. Настолько хорошо устроился, что у меня плюс 69% золота. Уже плюс 69 чего? Ну, процент золота за то, что я отстаю. Так, у вас слишком много. А у меня, наоборот, слишком много. На 20% вперед выхожу. У меня тоже. Кстати. Сейчас три урона, они меня убьют. Возьму на всякий случай ульту. Там же дуэли еще скоро будут, да? Или тут без дуэли? Тут нейтральный слот. А, слот. До дуэли 30 секунд, ребята, если что. Ага. А что, деньги тебе отдали? Походу. Серьезно? Не умереть. То есть я тут варды ставлю, умираю за них. Ладно. Найс. Баунти. А их тут как-то многовато. Кого-то кинуло куда-то. Это тикает на дуэль, да, дуэли есть. А, блин, замедасить. А я могу? Хорошо, что нас дуэль закинуло, меня чуть не хукнули. Так, ну я думаю, тут надо под РП как-то выйти. Да, РПшечка есть, но, блин, ничего такого. Вот РП, я ультанул. Ну все, пошли под Магнуса. А вот пуджик жирный. Вот. Очень-очень красиво, ребят. Все просто шикарно. Лучше. Тут чем... Очень хорошо. Что тут? Держатель появился. Просто лучше. А, против нас тоже Муэрта? Да. Да. Нельзя медведя замедасить. О, медас. Уна, на, баф. Плюс сотка просто. Быстрая загрузка не работает почему-то. Не ходи туда. Там большой злобный, да, человечек. Да. Тут уже тир 2 крепочки. Тут можно заботить кем. Е-мое. Офигеть, он так что-то долго. Больно. Или нет, или я что-то не понял. 37 секунд. Переключаем. Ребят, не подходите. Не хочу умирать. Подожди, если не ошибаюсь, можно сделать вот так. А, все-таки ушел в кулдаун. Я думаю, не уйдет. Ладно. Че я могу ее купить? Момчик себе сделаем. Здесь у нас что-то строится. Если... Что-то происходит. А-а-а, бабочку не собрать. Почему? Потому что она собирается из квотерстафа, которого нет. Есть плохо. Есть. Пишет, нет на явности, типа, ну, в наличии. А, классные варды, блин. Копа в наличии нет. Ну-ка попробуйте медведей. О, это мой прикол. Плохо, масочку. Не покупается. Ну, так уже поприятнее. И особо не проседаем. Ага, промахи. Давайте, наверное, ботинок еще возьмем. Муваться по карте быстрее. Жить. Тебе магия определенно здесь потребуется. Ого, ревни. Ой, пуд. У нас по медведям кто-то фармил? Я попробовал немного больноватого. Что пуджик делает? Медведь ко мне пришел. А, извини, я в ульту ушел просто. Ну, у них нормально. Мисы какие-то, они очень больно делают. Да, да, да. Парк помочь? Ага, я понял. Теперь ты. Если меня... можно деньгами. Хочу перекинуть. О, там сайлентер. Вот сайлентера можно попробовать. Ого, у него много урона. А, я не могу тут тпшиться. Так, а здесь что у нас? Здесь ёлочка какая-то.
Ботинок. Это так, это босс. Босса я не хочу. Тебе баф за это дам. Ай. Подвезу вот сюда. Классно, там еще тетчис. А, да, еще вот. Тетчис. Да. А просто бей. Ну, вот. Да, как под обезоружением бить? Он на тени был, он мне не показывал. Я змейку бросить не успел. Как купить бабочку? Ох, как вы больно делаете-то, а? Наверное, это не тот кемп, а это тир 3 кемп. Ребят, руны очень много дают, если что. Вот, тир 2. Да, да, да. Что, я можно нейтральный свод положить? Хорошо. Да, ну вообще, сейчас собираются. Чё крипы такие сильные чего стали? Обычная бабочка собирается? Из этого ж бродсворда. А, нифига, я по карте уже ушел. Бродсворда. Так, еще да. Немного. Я думаю, что здесь можно, в принципе, закупить этот новый итем, который делается с Вичблейдом. А тут их два. Ага, паразма нифига не апается, я понял. Придется выкручиваться, конечно, но да. А, терзатель. О! Ого. Серия из трех убийств. А, я ж на этом убил, точно. Тогда ладно. Так, во что мы можем апнуть ботинок? Какое-то кольцо 17% скорость передвижения, 50 ко всем атрибутам. Да давайте. Дуэль. Ой, медасик бы где-нибудь юзнуть. Успеем? Блинк, успей. Блинк. Не успеем. Не успел блинк. А он сможет перевестись мне сюда? А ты попробуй тпшнуться на базу? Вроде сработает. Смотри, кого нашел. Блин, подождай чуть-чуть. Он вроде летит сюда. Ну, зайдите, да, у меня да, сейчас. У меня инвиз закончится. У меня сейчас инвиз закончится. Идем. Они не хотят под РП. Ой-ой-ой, плохо. Тачи. Там МРТ разлетелось. Сейчас я тоже вот разлетелюсь. Смотри. Ого. Пока МРТ. Ну долго тебе, блин, летел, Миша. Очень долго. Да, нормально, да. Нормально, деремся. Ты там один. Секунды мне не хватило довести его. Это было неприятно. Я все ждал, ждал, а потом уже все, меня засалили. Угу. А, надо какую-то БКБшку, наверное, может, покупать в ХЗ. Вы остаете в темпе? Я тоже как-то, походу, да. 37%. Неплохо. Они что? Нам надо Рошана убить. Я вспомнил. Нам надо определенно убить Рошана. Вот он. Давайте толпой его загасим. Ногами. Где? Сейчас. Можно ногами сало с пожом загасить, пожалуйста. Блин, ну кто бы у меня блинк телепортации. Я могу сейчас прилететь сюда. Давай прилечу. Где он? Блинк телепортации. Они вот здесь уходят. Пошли, пошли. Давай. Первый дай в него. Я его пока просто привезу. Он меня, возможно, съест. Сука, Сало успел меня говно всякого накидать. Да хорош! Сколько урона! У Сало очень много урона. Причем тут Сало? 1500 с бластофа. А, это тоже еще и безоруживает. Да. Половина хп моего. Это бикерпак. Надо идти убивать босса. Там у них уже хорошие предметы появляются. Все, ТП все сюда. Там тридент у кого-то. Вард поставили. А тридент нету, возможно. А давай его убьем. 200% дополнительного золота. У меня маны на ульту не хватает. Я нажал один скилл, да. И... А что за бред? Там дэмэдж лютый. Я просто нажал ульту, они ее сбили дважды. Там очень больно. На 15 уровень, бабочки нету, надо сатаник себе сделать. Но бабочки не будет. Я тоже, наверное, криты выйду. Так, еще одна попытка, пошли их убивать. Страшно. Ну, его можно. Мы не учимся на ошибках. Он байтит, как будто. Да, там тейчес. Ну, тейчес, если это, да, норм. Все нормально.
Хала идет. Да йо, неплохо, он тебе за секунду стер. Сейчас, пошли его убьем. Там, правда, сатаник сало. У меня 20 секунд. Я капец мне ману выживаю, конечно. Чё там, перекачивайся, морфлинг. Нифига себе, сатан на полгода. Пошли за салом. Тут минки. Ты пошел ее убить. Неплохо. Ну, тут сало сразу. А кулдаун на сало сколько? 75 секунд, я понял. Ладно, хрен с ним, забили. Возвращаемся к вопросу с боссом. Это вроде живу. Вижим, поснимали. Третий. Что, уже не так классно, да? Офигеть. Ну вот не того, того. Ну, немножечко буквально. Ну, я не смог в форме Муэрты разбить минку. Хорош. Норм. А что с Морфом? А у него таланты, наверное, какие-то хорошие. Хотя нет, у него тут... Макс, регены, все. Перекачка. Просто лютый. Я хз, у него статы, у него 550 ловкости. 505. Очень много ловкости, да. А, ну да. И хп при этом тоже до хера. Да. Ладно, пошли на босса. Точно? Да. Просто еще раз. Я на этот раз точно решил. А то сейчас дуэль через минуту. Ребят, тпшнитесь сюда. Все сюда. За минуту должны убить. Угу. Небо в дом. Че? Экшен, что решил? Рубль. Так, мне не нравится то, что тут луна прилетела с нахитованным курьером. Да он давно, кстати, курит такой. А он не хилится. Че? Че? Я получил, книга. Классно. Где база? Где база? Книга, кор. Нормально. Я думаю, молнии. Эх, мне бы тебя раньше. Не нужны. А, минки нельзя ломать в принципе. Это не из ульты Мэрт. А, да? Неплохо. Да. Интересно. Так, скивер меня дальний, но блинк не особо. Они какую-то штуку кинули, как будто видят нас. Ну, у тебя уж точно. Угу. Но Муэрта ульту. Пожалуйста. Сало. Так, я под салом, мне вообще... Держим. Так, в меня Муэрта. Ну, я на сало забайтил хотя бы, уже хорошо. Там Моркин сейчас всех раскидает сзади. Я его контролил как мог. Ну, сало выжил. А надо, чтоб на Магнусе хотя бы братка была. Да, надо, вот тоже думал. БКБшка тут очень нужна, Сава прям порит все. Подожди, а что я собрал вообще? Это блинк, что ли, какой-то, или что? А, ну да. Это когда ты его нажимаешь, он с тебя развеивает, и ты блинкаешь чуть-чуть. А, ну тогда... Сава развеивать надо. Тогда получается это то, что мне надо. А БКВ тут есть вообще? Есть. Реально надо. Да, БКВ. БРМ есть, БКБ не знаю. Блин, ну то, что нет бабочки, это руина любая. Типа мне на медузе без бабочек, ну не знаю, прям тяжко. Ага, БКБ дорогое. Друзья, пока в игре небольшая тишина, хочу вам рассказать, что в магазине игр ImbaShop стартовало глобальное снижение цен. А все из-за зимней распродажи, благодаря которой скидки доходят до 90%. Сколько? В магазине ты можешь купить любую из этих игр и кучу других. Сканируй QR-код на экране, либо переходи по ссылке под видео. Поспеши пока на сайте такие скидки. Так, Vision везде есть. А, неплохой у меня урон, 350 базового урона дали.
конечно. Новый баф. Так, где у нас там боссы? Ну, здесь вот есть какой-то, но он синий. Вот тут тенек стоит, да. Мы его сможем? Да, пойдем. Чё? Ай. Отлично. Не-не-не, минус, тебе тут неинтересно стоять. Немножко интересно было, никто не пришел. Тебе показалось. Все еще интересно. Так, ладно, пофарми, я пока что-то на базу разберделюсь с предметами. Так, это есть у меня, это что такое, книга какая-то? А, это апается ли? Как будто бы пофиг. Надо тогда определенно вот эту тему апнуть. Так, пошли следующего босса какого-нибудь. А вот здесь не возродился? Или он долго? Ну там, по идее, он на карте должен отображаться. Есть какой-то 126 тысяч хп. Где? И 10 тысяч хп. А, тут, а Ягис валяется какой-то, это что? Это обычно Ягис, это просто? Да, да, да. Ребят, закупите всякие хиксы, алебарды, кто у нас не супер фармящий, кому слоты особо не нужны. Ты что там такое купил? Ни одного крипа не набиваю. Ладно, добивай, надо. Нам надо босса определенно убить. Да, совсем передумал. Давайте я наверх лечу. Погнали, все сюда ТП. Мне, в принципе, октарин можно собрать. Я думаю, полезная тема будет. А, тут есть. Еще кто-то идет? Да. Я бегу очень уверенно. А, он с меня ульту снял, я понял. Сейчас баф дам. Тебе ган надо, кстати, Влад. Кто-кто? Аганим. Аганим? Да. А что мне аганим сейчас делает? Аганим, у тебя там написано то, что пока союзники находятся внутри второго скилла, они в ульте муэрты. О, классная тема против этого. Сейчас куплю аганим. Вопрос, а что это такое? Где? Ну, я в чат пинганул, я не понимаю, что это... Это талант? Это пассивка. Не, это талант. Смотрите, да, уже, это... смотрите. Давай, 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 давай. А-а-а, я понял. Нет, пуджиком. Дал баф. О, книжка. Кто? Тасларк, да? Так, сейчас у нас будет замес, если что. Надо позакупаться по возможности. Да-да-да-да. Напить. Так, ну БКБшка у меня есть. Я не успеваю. Ну, летит только. Не, нет, БКБшка, но у меня есть. Фига ты нажал рано. Ой-ой-ой. Я пойду в сало. Ого. Что-то я туплю. Ну, я морту под БКБ не пробиваю. Мне все-таки надо БКБшку. Да, их вообще не у меня ты сейчас просто убил. Да, БКБшка нужна. Почему она 80? Так у меня и была БКБшка, не помогла. А. Надо как-то дожидаться, чтоб муэрта скиллы нажимать, наверное, я хз. Блин, там миссы, надо МКБ купить. Морфлинг, Сларк, аккуратно. Ого! Я, если честно, не понял, что произошло, но ладно. Он как-то быстро, да? Он как-то резко умер. Рассыпался. Хорошо. А тут прошка, интересно, есть? Походу нету. Ну, скорее всего, она по-старому собирается. Нет, нет. Где кольцо нашел гиганта? На луне. Это собирается из ботинка. Из ПТшки. Понял.
гений. А давайте Рошана убьем. Появился? Да, появился. О, минус морг. Хорошо. А, он поставил табличку. Я-то думаю, чё на сука все взрывается. Он табличку поставил. Я тоже вот заметил. Жить какая-то. Угу. Так, что у нас там по БКБ? Сразу вторую, наверное, сделаю. Это Егис. Эссенция Егиса, наверное. А, понял. А Егис, который не занимает слот. А братку с Хиксом кто-нибудь собрал? Я собрал штуку, которая отключает хил. Ну, не совсем поможет. Пуфа должно быть норм. Ага, неплохо минкину может. Так, это мне, наверное, не напал. Надо. Тут морф сидит. А, это не база. Я думал, я на базе стою, я просто около вышки стою. А, это морф. Я тут разминирую чисто, мне пофиг. Так, где там? Нормально справляешься? Ух, а нифига в меня этот пролетел. А что у нас занимаешь, да? По следующему? Это драка какая-то. О, он убегает сразу. Страшно на морфе теперь. А вот это там ешь на сварке. Сварк, живи. Ну так морф теперь не боится, а не мы его. По-моему, это им надо жить! Шар 3000 стоит. А пошли. А это база вражеская. Пошлите сломаем башенки. Или нельзя их ломать? Так, что-то я смотреть. Этих разогнал, нельзя. Тут прям нормально. Нельзя, так. нельзя. Да. Переборщил чуть-чуть. Что, стали сильные, да? Да, есть немного. Так, а не хотите где-нибудь шарик выбить? Вот хочется. Я хочу аганим найти, не могу. Да везде мины эти. Что там такого? Взорвался немного, да? Угу. Так, а здесь Октарин с рефрешером, если не ошибаюсь. А, нет, он при активации следующую обилку на 50% кулдаунит. Следующую кнопку. Так, что тут сверху, снизу где-то появились? Кто там? Наверху, наверное, должен появиться. А тени стоит? И сейчас проверю, да. Вроде стоит. Стоит. А ты пошнитесь на меня. Я просто здесь уже стою. Боссов прям супер важно убивать. Угу. А стоп, куда? Не просто туда. Я не особо танчу дуэль почему-то. А, у нас дуэль. Ну мы не успеем. Не успеем, наверное. Я даже не добегу. Ну хотя. Ну мы же тут появимся, какая разница. Да. Блин, ладно, ну, это так не работает. Стоим. Главное, стойте на месте. Ладно. Стоим. А, Блинк все равно сбило. Угу. Ого. Блинк сбивает все равно почему-то сквозь БКБ. Не, ну просто ладно, мы всех должны убить. Чё кого? Медуза-то под ультом, мой РТ сильная. Аганим гениальный просто, спасибо, Тимофей. Смотрите фокус. Опа! А? Но оно на боссе ненадолго работает. Так, а пошли, наверное, вот сюда. Тиника. Да, тиника. Можно, кстати, их босса пойти тоже убить потом. Да, вот так уже можно. Что? Это вампирик рун. У меня блин какой-то поломанный. Я нажимаю, он не хочет. Пошли, так, я сейчас тпшнусь домой, соберу предметы, а то у меня что-то слишком много слотов рядом, разных. Тут рядом, если что, была эта лавка. Да, я уже понял. А, следующий тоже с того же собирается.
Так, а шарты можно купить? Да-да-да, и огнем, и шарт. А, тут еще... Так, один сразу съедается, если что. Ну, там нажать надо, оно съедается. Так, я себе немного ловкости прокачал. Брони побольше, что было. А, погнали наверх. Да, больно мины Тетчиса делают. Надо боссов убивать. Эти медведи непробиваемые. А где медведи все-таки? Да вот они. Он бесконечно ест? Жесть, там мясы. Пакет гифт какой-то. Да, все правда. Не надо, ну какой копить. Так не вот, помогает. А, альтернативное применение на ультуму РТ, это ж она становится физическим типа уроном бить, а не магическим. Вот это хороший вопрос. Да-да-да. Где просто бонус атак. Работает атак физическим все равно. Пошли на их босса. Они, кстати, могут сейчас уже босса убивать. Надо вар туда поставить. Поднимусь на всякий случай, чекну. Ибо у меня такое чувство, что да. Опять тут мины. Он специально приходит туда. Нормально, я есть реализовал. Жалко, стаки потерял. А давайте попробуем. По приколу. Слушай, кастом Коби босса и выиграй. Звучит логично. Ну, в принципе, через камушек может и да. Мой. Я выпрыгнул случайно. А что, нормально идем? На точку, а он это всем бафы меня, задаем? По-моему, смотрит. А у тебя КД вообще есть на кнопку? А, ты по докторинам нажимал. Да. Какой-то босс такой себе вялый. Там, может, просто мы слишком сильные. Походу. Но мы не особо долго качались, 30 минут всё. Но как будто бы мы выиграли. А им же пишется, что они даже не подозревают. А они Синика убивали. Ой, ну что, вот такой вот у нас сегодня фармящий видос получился. Я надеюсь, что вы соскучились по фармакастомкам. Не забудьте поставить лайкусик сюда, а также подписаться на канал, если вы вдруг этого не сделали раньше. Я, кстати, чуть-чуть меньше Димы выформил на морфе. Но в любом случае, спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео совсем скоро. Пока-пока.